достаточно распространена, но она технически очень изощренная и очень интересная. То есть, ну, вот я вот интереснее не видел, я много чего видел, но это прям, думаю, как, какой же ум надо было иметь, чтобы вот это вот все придумать. Причем придумал, вероятно, за короткий срок все это, ну, основатель этой школы. Но обучение строится так. Палка, палка, палка. Первый уровень внешняя мутая палка. Следующий уровень чудан палка. То есть когда человек приходит, его не учат вообще ничего. Его прям ударит палку, говорит, вот, вот тебе инструмент, вот твоя задача защититься от твоих товарищей. Его старые сенсеи атакуют непрерывно. Они ему показывают, как фехтовальщик, ну, в древности, собственно, рубил. Они все время ему показывают вот эти бреши, как могут попасть. И поэтому первый уровень начального моте – палка. Второй уровень – чудан, только палка. Потом третий уровень – каги. Значит, раньше был опять, ну, вернее, до каги там еще рана есть, опять палка. И только потом, когда он достигает там, такого следующего круга, более приближенного, таким мастерам, ему начинает показывать технику меча. В древние времена это люди выдерживали. Когда вот мы уже ездим заниматься на сыскал, сейчас уже не выдерживают такого люди, чтобы вот, ну, несколько лет заниматься одной палкой, поэтому начинает учить раньше. То есть начинается медь, палка, и прямо чуть-чуть отступив, им показывают, как пользоваться мечом. Потому что иначе ну, не выдерживают. А дальше, когда осваивают технику палки, есть раздел кенджутсу. Там непонятно, ну, я во всяком случае точно не знаю, откуда она взялась. Есть такая синдзюрио школа. Техника меча похожа на технику палки. Это очень интересно. То есть они используют меч как палку. Вот наши друзья есть, это есть еще одна школа, синкарио. Ну, хорошая школа, старинная, тоже известная, известная. У них наоборот, им дают меч. Учат меч, 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 потом без меча, а короткий меч, потом меч отнимут без меча, как защищаться. И потом раз дают палку и говорят, а теперь палкой пользуйтесь как мечом. Понимаете, как интересно? То есть вот все зависит от поставленной задачи. Вот то, что мы делаем в Синдо-Мусырю, это палка, палка, палка и меч такой же, как палка. То есть техника практически не меняется. И Игорь, вот сенсей, знает этот кенджитсу там полностью раздел. Я не успел выучить. Там есть длинный меч и короткий меч. Длинный меч меня обучали, короткий меч уже как бы не успел. А он знает, и поэтому мы подумали, что чтобы совместить и я, и Лео Линджото, мы, по сути дела, попробуем сделать кенджинсу. Ну, возьмем одну из форм, ну, я думаю, он выберет ту, которая покажется попроще, и ее разберем, ну, или покажем, и будем прямо вот так гонять с этой стороны. Нападающий, с этой стороны защищающий, совсем начинающим будем показывать сами идеи, как. Но мы медленно сделаем, потому что мы с ним никогда вместе не занимались. Можно сказать, что мы занимаемся одной школой, но вот у разных преподавателей. Чуть-чуть они делают по-разному. В общем, это означает, что нам с ним, конечно, заниматься нельзя. Вот, но мы давно не логично. Мы давно друг друга знаем и, в общем, пытаемся. Вы знаете, в айкидо, если говорить вот, про лекцию, вот, есть такое понятие пресс-технику. Да? Про это были споры в интернете, что это реально означает. Есть одна очень хорошая статья, которая на сайте Уиба-Марио, европейцы, по-моему, это разобрали. Очень хорошее объяснение. Потому что пресс-технику, вот, в данном случае, это касается УКЭМИ, если, то вы, по сути дела, не должны дать на себе выбранный прием в полную силу. Поэтому, когда вы делаете укэми, вы его технику как делаете слабой. Правильный укэми – это не вовремя там, нажать, чтобы он не смог сделать слишком сильно, и потом вовремя уйти, чтобы он опять не смог сделать сильно. А есть другая сторона, что буквально технику надо выкрасть, потому что ее никто не собирается вам объяснять. То есть, если вы где-то что-то подсмотрели, иногда вы можете подсмотреть критически важный элемент какой-нибудь. Ну, вот подсмотрели, допустим, есть люди склонные к изучению боевых искусств, а есть люди, которые ну, не очень склонны. То есть, в принципе, доступно для всех, но от того, как человек сможет вот это вот захватывать информацию и выбирать ее через глаза, потому что первый уровень – это мидо-линейку, когда просто смотрят и захватывают, сколько захватил глазами. И исходя вот из того, как устроен внутри разум у каждого человека, значит, он по-своему воспринимает. Поэтому, если честно, вот у нас у всех есть секреты, и всех они разные. Мы всегда учимся в одних и тех же учителей. Они мало того, что каждому дают свои объяснения, а во-вторых, мы еще каждый по-своему понимаем. Поэтому, про что я начал говорить, мы, конечно,
с ним сейчас попытаемся сделать, мы с ним никогда не тренировались, но, вероятно, мы понимаем, как это техника, в принципе, должна быть. Вроде нас просто. С этого? Все. Ты начинаешь с этого. Как все? Ну я делаю все. Да. У меня сейчас все там. У меня все, сейчас все. Вот. Вот. Учили?
как бы, вот Игорь, когда защищается сейчас, он должен увидеть, что я дрогнул. Вот там я должен дрогнуть. Это делается прямо на тренировке. Я должен выпустить напряжение, где-то, моргнуть. Я должен что-то такое сделать, чтобы он увидел, что я дрогнул. То есть если человек собранный, то он там пропадет, потому что он там практически чуть ли не начинает движение. Чуть-чуть. Поэтому это уже извиняюсь, что 100 лет не делал. Точно так же мы сходимся. Мы вот так сходимся, и в тот момент, когда, значит, я понял, что ничего не получается, начинаю идти, он берет и режет меня. Режет меня, вот, извините, по соскам. Что очень больно, я вижу. Он вот так режет, я, чтобы этого не было, ухожу, и увидев, куда я такой, голову или руку? Дальше идем. Получится, вам ее покажем чуть позднее. Все, спасибо, на этом будем заканчивать.